Большой паводок обернулся большой засухой в Богородске. Такая вот парадоксальная ситуация сложилась в этом городе. Местный водозабор из-за паводка не справляется, и воды городскому водопроводу не хватает. В результате давление в трубах очень слабое, и до многих домов вода просто не доходит. Как видите, ни там, ни там. Не помыться, посуду не помыть, не приготовить ничего. Вот что, вот, нет воды. Никакой вот храм. Ни холодный, ни горячий. С понедельника, наверное. Ну, сегодня еще света. Был как бы напор, еще чего-то. И тоже грязь какая-то шла. А сейчас вообще нету. Настолько уже все вот так вот. Вот вчера даже у них воды не было здесь. Я живу на третьем этаже. У нас вообще воды нет. Уже неделю. Это вообще кошмар какой-то. А у кого-то по 4 человека. Пить-то ладно, ладно, спить как-нибудь пить. А вот смывать-то ходят дети и взрослые. Ну что, правда? Так у нас вся улица без воды, не только наш дом. Котел не работает. В воскресенье еще вода была, котел кое-как включался, но плоховато. А сейчас она вообще перестала. Вот я вам привез, пожалуйста, с Демидова съездил. Там это же, это есть, ну как колодец, это качает. Вот, думал, до завтра хватит. Мы вчера звонили, нам сказали, что это из-за паводков, и вроде бы когда будет вода, неизвестно. Они мотивируют тем, то, что в оке много грязи. У них там какой-то, то, что типа там честные не справляются. Давление не дают. Если якобы мы дадим вам напор хороший, вы будете пользоваться как с канализацией. Угу. Грязь пойдет вся. Нам как бы сказали, ну, то, что типа в течение месяца, пока паводок не сойдет, но это я даже не знаю, как это все будет. Ну, всех дети, там у некоторых вообще там грудные дети маленькие, это, ну... Не помыться, не в туалет сходить, вообще ничего. Местные власти говорят, что не ожидали, что большой паводок принесет такие проблемы. Ее невозможно-то эту ситуацию было спрогнозировать, что будет вода такого качества. То есть на протяжении, вот, по крайней мере, последних 10 лет таких значений никогда не было. Фильтра не справляются с возросшей нагрузкой на них. Поэтому... У нас снижена производительность фильтров с 10-12 тысяч до 7-8 тысяч метров кубических в сутки. Кстати, как сообщили нам в местной администрации, они надеются, что к выходным вода в оке станет более чистой и водозабор начнет работать в нормальном режиме. Пока этого не произошло, местные власти обещают организовать подвоз воды во дворы.